Знакомьтесь, Xiaomi Mi A2 Lite. Это новый смартфон. Как бы считается, что это упрощенная версия смартфона A2. Но это не значит, что он намного хуже. Даже наоборот, он тяжелее его за счет более мощного аккумулятора на 4000 мАч. Из плюсов здесь можно назвать также наличие верхнего выреза, как у iPhone X. Правда, в нем находится всего лишь 5-мегапиксельная камера. А так, здесь дисплей также на высоте, диагонали его 5,84 дюйма, при этом он с разрешением Full HD+. Также здесь металлический корпус, и в комплекте идет удобный силиконовый чехол для защиты данного смартфона. Основная камера у него также двойная, правда, состоит из датчиков 12 мегапикселей и 5. И упаковка версии смартфона Mi A2 Lite. Та же самая белая коробочка, что и Mi A2. Тоже сзади указаны основные характеристики. Но здесь упор, конечно, идет в первую очередь на мощную батарею 4000 мАч. Также двойная камера 12+5. Тоже неплохая модель. 4 гигабайта оперативки, 64 встроенной. Посмотрим, что внутри. Кроме смартфона, чехол силиконовый, кабель microUSB, скоба для открывания слота и зарядка. Также документация. Итак, конечно же, в первую очередь обращает внимание на себя фронтальная панель, на которой расположен яркий IPS-экран с разрешением Full HD и диагональю 5,84 дюйма с верхним вырезом, в котором находится разговорный динамик и селфи-камера с разрешением 5 мегапикселей. Также здесь появляются программные кнопки управления, рамки минимальные, достаточно маленькие, небольшой подбородок. Ну, то есть любителям дизайна а-ля iPhone X данный аппарат понравится. Традиционно на правом ребре находится кнопка питания, регулятор громкости. Сверху имеется аудиоразъем, ИК-бластер и микрофон шумоподавления. Слева находится слот для сим-карт и карты памяти. И внизу разъем microUSB, тоже отличительная особенность от модели A2, там USB Type-C. Здесь же находится динамик и микрофон за этими решеточками. Корпус, как видим, с закругленными углами. Это металл, металлический корпус. На задней панели находится датчик отпечатка пальцев, двойная камера. Одна из них Sony 12 мегапикселей, вторая дополнительная камера 5 мегапикселей. И между ними находится светодиодная вспышка. Здесь также некоторая служебная информация. Данная линейка смартфонов А, первый был А1, а это уже А2, данная модель А2 Lite, отличается тем, что здесь чистый Android без интерфейсов от Xiaomi. То есть входит в группу Android One, получает поддержку от Google, должны поступать своевременные обновления, но будет известно. Следовательно, все приложения от Google, настройки, камеры, работает все достаточно быстро. Смартфон работает на 8-ядерном Snapdragon 625 с графикой Adreno 506. Оперативная память 4 гигабайта, встроенная
64, из которых доступно около 50 гигабайт. Следовательно, в тесте Antutu он набрал 78 тысяч баллов, и это достаточно для резвой игры. Что касается приложения камеры, то здесь можно выбрать следующие режимы съемки: видеоклип, видео, фото, портрет, квадрат, панорама и ручной. Фото позволяет снимать, естественно, 12 мегапикселей максимальный размер. Тут еще куча всяких настроек. Можно задать формат кадра 4:3, 16:9 и 18:9. Качество напрямую здесь не указано, какое разрешение, а высокое, нормальное, низкое. Что касается видео, то можно снимать с максимальным разрешением Full HD. Снимки при дневном освещении получаются яркие и насыщенные. То же самое относится к видео. С тестом видео можно ознакомиться по отдельной ссылке. Конечно же, цифровое увеличение уже искажает качество. Есть ночной режим съемки. Ну и также получается нормальное селфи. Xiaomi A2 Lite — весьма интересная модель смартфона в плане дизайна и наличия мощной батареи. Ресурса хватает для работы в течение 1-2 дней. Проверено, что при активном использовании порядка 4 часов в различные игры смартфона хватает на день. Так что нужно выбирать между ним и моделью A2. Хоть он называется Lite, но разве что проигрывает в камерах. Зато цена его за модель 3 гигабайта оперативной памяти плюс 32 встроенной будет стоить 5500 гривен, а 4 плюс 64 – 6500 гривен. Оставляйте лайки, комментарии, шарьте видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть обзоры смартфонов и быть в курсе мобильной связи.